Явися благодать Божия, спасительная всем человекам. Вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Веруй, Господи, исповедую, яко ты сего истину Христос, Сын Бога живаго, пришед дверь грешная, спасти от тех же первый из вас. Еще верую, яко сей самое пречистое тело Твое, и сей самое часа кровь Твоя, вечери Твои тайны, дни Сыне Божие, причастниками прими. Небо врагом Твоим тайну поверь, не лапза не тебе дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя. Сегодняшний праздник в песнопениях поется, что днесь освящается всякое естество. Господь сегодняшний день, желая хоть как-то приоткрыть завесу за будущее, за завесу первозданного мира, завесу будущего мира, приоткрывая, освящает все, весь мир, в котором мы с вами находимся. Люди, когда Иоанн Креститель вышел в пустыню для того, чтобы крестить покаяние, приходили к нему не за водой, не за того, чтобы зачерпнуть иорданскую воду, а приходили к нему в первую очередь с покаянием. Говоря о крещении, апостол Петр пишет, что крещение – это не омытие плоти нечистоты, но обещание Богу доброй совестью. В своем послании апостол Петр пишет, то есть, что мы, приходя к таинству крещения или принося ребенка вместо него, произносим эти обеты и просим, чтобы Господь помог в доброте, в чистоте сохранить христианскую совесть человека. И Господь пришел на Иордан принять крещение. Нуждался ли Он в этом крещении? Нуждался ли Он в исповедании своих грехов? Конечно же нет, потому что Господь безгрешен. И Духом Иоанну Крестителю было возвещено, было сообщено, что к Нему идет именно Тот, ради Которого Он в течение столького долгого времени проповедует здесь, на Иордане. Иоанн Креститель понимал величие грядущего к нему, и когда многие иудеи стали считать, что Иоанн – это и есть тот Мессия, которого ожидал народ Израиля, он стал говорить, что не я, но идет за мной, крепли меня, если я крещу вас водой, то он будет крестить вас Духом Святым. И говоря о Христе, Иоанн Креститель говорил, что я недостоин обувь понести его даже, а другой евангелист пишет, что недостоин даже ремень обуви понести Христа. И подойдя Христос к крещению, Иоанн Креститель говорит, что мне надлежит креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? На что Господь призывает, чтобы исполнилась всяка правда. Для чего крестился Господь? Ну, наверное, в первую очередь, чтобы нам показать с вами необходимость таинства крещения. Крещение – это дверь в христианскую церковь. Некрещенный человек не является членом церкви. И мы с вами, принимая таинство крещения, в молитвах, которые читает священник, при крещении человека церковь просит простить первородный грех, даже если это младенец, не успевший согрешить. Церковь в своих молитвах возносит, чтобы этот человек сохранил в доброте свою душу, чтобы человек пожил по-христиански, чтобы человек был достоин того звания, которое он принимает в таинство крещения. В молитвах, которые мы с вами сегодня будем слушать, читать сейчас во время освящения, церковь просит Бога, чтобы эта вода, скачущая в жизнь вечную, чтобы она преобразила наши души, чтобы она изменила наше помышление, изменила нас образ жизни, чтобы мы не просто пришли зачем-то, набрали и ушли домой, но чтобы в сердце еще хотя бы что-то осталось, чтобы немного изменить свою жизнь к лучшему. Мы с вами переживаем, и церковь, и отчизна переживает довольно непростые времена. И когда, как и сейчас, каждому из нас и всем нам вместе, конечно, требуется заступничество Божье в охранении Отечества, в сохранении церкви и, конечно, в преображении каждого человека. И я каждому из нас желаю
чтобы вода, которую мы сегодня набираем, которую мы пьем, которую мы освящаем, чтобы она в какой-то мере преобразила наши жизни. Вода – это тоже благодать, которую мы получаем. Благодать дается даром. Ни один человек не может прийти в церковь и сказать, что дайте, потому что я заслужил. Вовсе нет. Мы получаем от Бога как бы авансом, получаем вперед, потому что Господь со своей стороны для спасения все сделал. Спасение каждого человека, оно состоит из двух как бы частей. Одно – это то, что он брачный пир, который готовит Господь для каждого человека, то есть таинство литургии в первую очередь, спасение. А другая часть спасения зависит от каждого из нас, чтобы мы сделали шаг навстречу Христу, чтобы мы воспользовались теми дарами, теми благодатными дарами, которые Господь преподает нам, в том числе и в сегодняшней Святой Воде. С праздником! Твой Иордаго, не крещающийся, тебе, Господи! Здравствуйте. О, вода теплы. Класс. Так бы не вылезал бы. Да, да, все верно. Класс. Ух!